Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуку Фэмили. Я посмотрю, короче, как у нас получится сейчас выполнить задание. Всем приятного просмотра, не забывайте про лайки, про репосты, рассказывать друзьям. Я сделаю глоток чая и пойдем немца крошить, короче. Так, подожди-ка, почему у меня... Да. Только разберешься, как менять оружие. Ага. Как-то он неправильно меняется. Ладно. Ого. Ай, свай. Так. Он до сих пор жив. Хрен зан тайн. Баню, идите. Короче, не хочу я их валить. Вы, наверное, хотите сказать, почему? Выходы и входы. Так. Что-то у меня прям все в глазах поплыло. Да что еще за... Блин, ну только, пожалуйста, не говорите, что тут... Сейчас эти... Как его... О, май фак. Вы же не хотите сказать, что мне придется искать обходные нахер пути, а? Я очень надеюсь, что мне не придется этого делать. Кости какие-то. Чё? Теперь мне... Отключатели. Ням-ням. Бля-бля. Она не успела сказать привет. Она успела крикнуть в ответ. Так. А куда? А чё, этого вообще не щиплет, что ли? Совсем от слова? Ну? Да нет, по-моему, всё. И? Так, и... Ага. Так, и куда? Сюда, что ли? Ладно. А где там ловушка? Похоже, мы все-таки загнали шпиона в ловушку. Уверен, за это мы все получим повышение. Ты рановато считаешь медали. Этот американец всегда найдет способ выкрутиться, даже когда преимущество на нашей стороне. Ты слишком волнуешься. Ему не выбраться из ловушки, которую мы для него приготовили.
Так, подожди, а... Что за ловушку вы бы мне приготовили, ребята? А? Бегать, прыгать. Кого? Подожди, а... Ага. Вот он где черт тусуется, да? А мне, получается, помогла потусторонняя сила, да? Ладно. Окей, так, подожди. Это отдача была? Не понял. Подожди-ка. Икс. Хватит меня так называть. Фу. Бежим. Бежим, 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 бежим. А куда нам? Сюда? Походу, что да. Так. Что за херня? Что происходит? А? И... Гранатомет? Против кого гранатомет? Вопрос. Так, где-то. А где еще? Подожди. Подожди-ка, я должен прям... Подожди, а... Это сейчас нам за пушку-колотушку, что ли? Ты сдохнешь, а? Вертолет нахер. Подожди, а кто? Кто так херачит, я не пойму. Взорвись! Хрен собачий. Фу. Стоп. А куда? В смысле ниже? А куда это нам валить-то? Это я типа сейчас правильно сделал, да? Фу. Попец. В смысле? Подожди, а как я ниже-то? По лестнице, что ли? Серьезно? А, ну да. Капец. Вот и помер дед Максим. Чего? Ого. Это получается, мы в деловой центр сбегаем, да? Так, подожди, а мы типа выполнили эту задачу, радиостанция? Выбраться из зоны, да? Агент кружка Крейсау.
показал мне, как выводить из строя передающие башни, расставленные по всему городу. Кроме того, он рассказал о большой башне, расположенной на крыше радиостанции. Не знаю, для чего нацистам эти башни, но самые крупные из них они уже точно не смогут воспользоваться. Да-да, обломали мы их планы. Так. Так, и что теперь? Какие у нас остались аэродром, серьезно? То есть мы сейчас выполняем аэродром, и получается аэродром и все, да? Блин, опять этот хренов танк. Твою мать, подожди. Подожди ты. Мне тут с танком разобраться надо. Раз. Два. Так, подожди, а... Воу. Слушай, эти твари прям было... Стоп. Не, они все-таки от этой херни умирают. Я думал, они совсем не умирают, типа, от этой херни. Так, подожди. Это типа уехать? Это то есть я уже уезжаю окончательно, да? Проникните на аэродром и Цепелин, да? Ну все, окей, погнали тогда что. Все там до конец пути. И все. Они спятили. Если ты так думаешь, что ж ты раньше не сказал? Я сказал. Ваши документы давно просрочены. Не я их оформлял. Я водитель. Проезжай. Похоже, вляпались. Стой! Выходи из кабины! Эй! Жди здесь. Хорошая поездочка. Так. Кто? Валить отсюда пора. По добру, по здорову. А куда? Валим, валим. Просто валим. Ни хрена себе, ты такой живучий. Был живучий, стал мертвючий. Так. Не останавливаться, атомная пушка! Ладно, уже пофиг. Чё тут там смотреть? Да ладно. Серьезно?
Работникам автопарка Так, подожди. Вот так пишущую машинку нахожу, так и хрена себе. У вас тут склад. Стоп, а куда валить-то? Подожди. Вот так, что ли, да? Ого! А кто им щиты поставил? Так, подожди. Один готов. Вот он, блядь. Виновник. Торжества. На! Все? Все подохли? А подожди, а там что-то подобрать можно? Гранаты нас не интересуют. Там, быстрее. Тут уже, наверное... Чего? Кто там был уже? Так, подожди, там, по-моему, кто-то еще летает. Бля. Подожди. И чё? Подожди. А как пройти-то? Карты нет, серьезно? И чё? Вечно я этой херней забываю пользоваться. Так, подожди. Ладно. Нихера себе. Это что такое? Ну, валим тогда в западный сектор. Или куда там валить-то? Туну. Так. Нам уже быстрее надо валить на этот цепелин. Ого. Нихера себе. Чё это за покемон внутри? Ну, чувствую, по этим херовинам придется стрелять, сука. Так, подожди. Фантомас, ты меня... Это устройство защищает меня от пуль. Береги патроны, Янки. Тебя ждет небольшой сюрприз. Ага. Сюрприз. Подлетай. Так, а где еще? Подлетай. Жалкий человечишка. Жалкий посмел уничтожить мои предметы. Собственными руками. Давай. Собственными руками. Подожди, а чё, типа, не... Что? Всё? Задание выполнено. И чё дальше? Не понял. А куда дальше-то топать? Сюда? А, ну окей. Как говорится, краткость сестра таланта. Так. Куды? Противник в ангаре 19. Всем бойцам! Да,
Он обычный был? Ого. Там какие-то эти пустыри, горы. War site. Наверное. Так. А что дальше-то? Куды? Ага. Аэродром Восток. Еще до аэродрома топать, блин. А может и недолго. Кто? Да ладно. Ребят, вам не повезло. Не знаю. Вам мало. А насчет себя я не знаю. Я игру уже хочу пройти. Уже финалочка. Так, подожди. Где? Твою мать. Мне нужна помощь. А подожди, а что нам включать? Выше. Нам на истребителя надо свалить? Или откуда? Подожди, я ж как-то поднимался. Как? Все, понятно. Нарушитель на территории. Всему личному составу прибыл. Никто там. Фокусники. Опять кто-то. Стоп, сюда что ли? Подожди, а как? Подожди-ка. Тут якобы есть какие-то помехи. Блять. В смысле? Понятно. Куда ты, блядь, поскакал? Уроды, блядь. Куда?
Блин, 5 минут, серьезно? Ё-моё. Тогда хреново, да. Блажкович, и что это вы тут забыли? А, кажется, знаю, вы хотите пробраться на Цепелин, так? Ну тогда вам повезло. Я как раз нашел лазейку на плохо охраняемый склад. Выбирайте. Когда вы отправитесь спасать Айзенштадт, у вас такой возможности не будет. Ну да, это уже все, финал. Так, щит. Ага, все-таки внутреннее сияние я купить никак не могу, да? Понятно. Ага. Такс. То есть, типа, поговорить уже с тобой, да? Под финальную миссию. А, нет. Типа все. Ага. Нарушение режима безопасности. Прервать погрузку. Готовиться к экстренному взлету. К экстренному взлету. А куда валить-то? Я никого не вижу. Теперь вижу. Валим. Кружок Крейсау и Золотой Рассвет подозревают, что Тоттенкопф планирует испытать с борта Цепелина некое сверхмощное оружие на основе энергии Черного Солнца. Похоже, они правы. Нацисты спешно выводят войска из города. Я прорвался на аэродром и проник на борт грузового судна, которое следует к Цепелину. Надеюсь, я успею остановить безумца прежде, чем он уничтожит Айзенштадт и сопротивление. Ну да. Погнали. Куда пошли-то? Валим. О. А куда валить-то? Уничтожьте систему управления. Так. Куда ты, блядь, убегаешь? Он же живучая сучка. Так, подожди. Ага. Окей. Ой. Главное не быть.
Стоп, они куда там пути это? Там кто-то, что ли, суетится? Что это за звук был? Так, подожди, а куда нам? Двух места? Не понял. Или чё? Оу. Походу меня хотят в двух местах. Ребята, не сегодня. Так. Куда? Так. Опа. А куда дальше? Так. Угу. Очень признателен вам, герр доктор. Благодаря вам мы узнали, где следует вести раскопки. На мои данные можно положиться. Именно я сказал, что на вокзале будет Янки, и устроил ловушку на Каролину Бекер. Это правда. Но последние данные о портале вызывают сомнения. Как убедиться, что он останется открытым? Уверяю вас. Мои ученики верно истолковали тулийские манускрипты. Портал будет работать. Да, ваши ученики, они так и не догадались о ваших истинных намерениях. Что вы притащили их в Айзенштадт, чтобы переводить тулийские манускрипты для Третьего Рейха? Нет, Блажкович отвлек их на свои делишки. Они ни о чем другом и не думали. Золотой рассвет не подозревает о нашей работе? О моей работе, доктор. Не нашей. Как скажете. Пожалуйста, давайте войдем в мир Черного Солнца. Я хочу воочию увидеть то, из-за чего вынес столько насмешек. Простите, доктор, но вас ждет совсем иной путь. Auf Wiedersehen. Идемте со мной. Скоро будет произведен выстрел. Вот так людям и верь. Так. Особенно фашистам. Это шпион! Здесь американец! А вы кого ждали, сволочи? Так. Опа. И что делать? А. Подожди. А что теперь? Подожди, а как нам пройти-то теперь? Ага. Ага, они типа все такие заходят. Подожди, а как нам пробить?
А, подожди. О, как. Вперед! Это что такое? Так, подожди, а что нам делать? Подожди, а что нам делать? Алло. Серьезно? Мы просто тупо свалили? Ну ладно. Так. Просто, как говорится, валим. И что дальше? Так. Кто? Ой, подожди, а как? А дальше? Ну? Валим. Граната для кого? Я вообще попадаю, не? Нафиг вы мне нужны? Буду я еще с вами париться. Так, стоп, он улетает, что ли, или это портал? Подожди, что с ним делать-то? Что с порталом-то делать? Воу! Так, подожди, а что с порталом делать? Вперёд! А, Б. Нифига себе. Так, подожди, а что делать? Войти в портал, рели? Готовы. Так, а что, уже можно войти, что ли? Так быстро? Не, походу еще нельзя. А где еще враги? По-моему, уже можно. Да. Я проник на борт Цепелина и подслушал разговор доктора Александрова с Тотенкопфом. Оказывается, Александров и был тем самым кротом. Но он работал не один. Судя по всему, Антон Криги тоже передавал информацию нацистам. Затем Тотенкопф казнил Александрова. Если честно, мне его совсем не жаль.
Теперь я должен последовать за Тоттенкопфом и Гансом Гроссе в мир Черного Солнца, чтобы помешать им уничтожить Айзенштадт с помощью сверхоружия. Погнали, чё. И что нам делать? Стоп. Агент Блажкович, вы всегда умудряетесь появляться в неподходящее время. Поэтому я заранее принял меры. Красота, верно? Беспредельная энергия. Она уничтожила тулийскую цивилизацию. Они проиграли, а мы победим. Мы обуздали ее с помощью технологии. В ходе первых испытаний мы уничтожим Айзенштадт. А следом за ним я смету все, что стоит у нас на пути. Мир падет на колени перед Третьим Рейхом. Жаль, что вы не увидите свастику, гордо реющую над Белым домом. Ганс, стреляй! И на этот раз не подведи меня. Я воль. Ауфидер Зейн, Блажкович. Вот он так, Блажкович. Мой медальон столь же... Так, а я вот не пойму. Я тратишь время, американец. Ага. Понял. Подожди. А ты умрёшь, нет? Попытка, Блажкович. Попробуй. Ты уничтожишь оба наших... Блажкович, ты дурак. Оба наших щита! Я убью тебя! Баба! Сейчас мы тебя уничтожим. Так. Подожди-ка. Больше нет? Мне они и не нужны. Я могу изменять свое время! Где ты прячешься, Блажкович? Готовься к смерти! Ты выдыхаешься, Блажкович! От тебя мокрое место останется! Да? Да ладно! Прям мокрое, да? Так, подожди, а куда топать-то? Да тебе промахнешься! Ну? И где ты, сволочь? Уродливая. Ну давай! Что случилось, Блажкович? Ты испугался? Да нет. От тебя мокрое место останется. Я-то не испугался. Это что-то ты суетишься. Нет, о чем суетиться. Так. Ну. Да, я с удовольствием вытряхну из тебя. Не делай этого, Блажкович! Да ладно, Блажкович, сукин сын, я разберусь с тобой. Давай, прыгай куда-нибудь.
Бац! Погнали, короче. Добивать эту гниду. Скоро Германия завоюет весь мир! Да ладно, серьезно. Давай, поднимайся, ну. На самый верх подниматься надо, давай. Валим, 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 валим. Не нравится тебе, да, подлюка? Да я знаю, почему тебе не нравится. Ты чувствуешь слабость. Когда уже финальчик приходит к нам. Да ё-моё! Сколько вас, тварей? Ну? Вы сдохнете, нет? Да умрешь ты. Ну? Если ты считаешь, что это не сильно, то ладно. В любом случае... Блоковиш, ничего не случилось. Мы выполняем свою миссию. Мы поднимаемся к солнцу. Точнее, к небу на голову. Да? Ну давай где-то там. Закончится сейчас. Это невозможно. Ты всего лишь слабак. Думаешь, ты такой уж смелый, Блажков? Да. Не смей прикасаться ко мне, гнусный яд. Ты один. Во мне победить! Ты слышишь? Во мне победить! Будь ты проклят, наш парень! Давайте уже выбираться отсюда, как говорится. Бабах! И вот конец замку Вольфенштейн. Окончательно. И все. Амулет у нас больше не работает. Ну и в жопу его, как говорится, Блажкович, да? В жопу амулет. В жопу замок Вольфенштейн. Директор, задание выполнено. Генерал Цета ликвидирован, его исследования прекращены. Поскольку Тулийский портал и сверхоружие разбились вместе с Цепелином, доступ в мир Черного Солнца закрыт навсегда. Медальон также утрачен. При разрушении портала он превратился в оплавленный комок металла и стекла. Айзенштадт освобожден от нацистов. Сейчас он под контролем кружка Крейсау. К сожалению, Золотой Рассвет прекратил свое существование. Несмотря на предательство Александрова, они могли бы стать ценными союзниками. Что касается Тоттенкопфа, хотелось бы верить, что он погиб в катастрофе, но я боюсь, что мы о нем еще услышим. Би-Джей Блажкович.
Ну да, это скорее всего в перезапуске Вольфенштейна будет этот враг Тотенкоп. Вот. Так. А. Вот и титры, да? Ну, в общем, ребятушки, вот мы, в принципе, и прошли Вольфенштейн. Вот такая концовка, мы пробрались на Цепелин, застрелили всех нацистов по пути, уничтожили амулет, убили главного злодея Ганса, но мы не убили того офицера Тотенхофа, который убегал. А он, скорее всего, остался жив. Вот. Но в любом случае, это, как говорится, уже узнается в перезапусках Вольфенштейна. Вот. Но это вот единственный Вольфенштейн, который я хотел, как говорится, вспомнить, пройти, освежить свои геймерские воспоминания о девятом Вольфенштейне, который был очень, как сказать, прикольный, классный, интересный, вот. Да, по-моему, можно эти субтитры отключить. Но, по-моему, там после субтитров должны сцену показать, как, по-моему, воскреснет этот, как его, немец Тотенкоп, или как он там называется. Я не знаю, просто долго ли субтитры идут. Вот. Стоит ли, как говорится, завершать именно наполовину титрах, или все-таки дождаться. Сейчас не знаю, посмотрим. Еще немножко подождем. Если сейчас титры прекратятся. Ну, вроде бы, или нет. Или тут титры, по-моему, долгие. Я, если честно, уже не помню, сколько тут этих субтитров. Много или мало. Мало или много. Вот. Не знаю. Тут вот спасибо, типа, говорят, от Raven Software. Это, типа, делали, по-моему, эти разработчики Raven Software. А, вот, по-моему, идут спасибо Вольфенштейн. По-моему, единственная последняя команда пойдет от Вольфенштейна, по-моему. Да, титры долго смотреть, как они там, сколько людей делало, в принципе, не знаю. После Вольфенштейна я отстрелялок, может быть, сделаю паузу, скорее всего, но это не точно, потому что я еще планировал пройти классику этого, как его, Far Cry. Я хочу пройти первый Far Cry. Насчет второго тоже под вопросом. Второй мне, в принципе, тоже нравится, но второй он, как сказать, висячий Far Cry. Вот. Третий Far Cry, я столько в него играл, что и сюжет третьего Far Cry знаю. Ну, насчет третьего Far Cry ничего не могу сказать, но первый и второй Far Cry я, наверное, вот единственные части, которые, может быть, с радостью перепройду. Да, что-то титры очень долгие. Я не знаю, может, я уже и закончу, в принципе, играть. Ну, в принципе, в любом случае, ребят, вы можете эти... Хотя, подожди, вот специальное спасибо идет. А может и нет. Вы могли бы в интернете посмотреть сцену после титров.
если получится. Вот, просто тут титры, наверное, действительно очень такие большие. Если, конечно, сейчас... Ну вот, вот это последнее, спасибо, нет? Давайте, покажите нам, что дальше будет. Activision, серьезно? Бля... Сколько титров, я манал. Тут титры, наверное, на минут 5. Нет, какой 5? На минут 10, наверное, титров, капец. Ладно. Надеюсь, титры закончатся, нет? Господи, почему такие здоровые титры? Ребят, ну правда. Титры практически как этот. Часть стрима. Кошмар просто. Просто кошмар. Сколько людей, это понятно, что работало. Но если бы можно было там увеличивать скорость титров, я бы, наверное, с радостью увеличил бы, на выключил нафиг все эту хрень с титрами, наверное. Вот. Блин, даже не знаю, ждать еще минутку или нет. Давайте, заканчивайте субтитры, пожалуйста. Тут же столько дохрена этих народа уже написали. Капец. Реально дохрена. Реально дохрена. Очень дохрена. Очень-очень-очень дохрена. Какая-то команда пошла, занимающаяся сертификацией, походу. Ладно, я не буду дожидаться этой дополнительной сцены на стриме, чтобы не тратить лишнее время на ожидание мультиплеера и еще какой-то херни. Всем спасибо за внимание, ребятушки. Не забывайте про лайки. Не забывайте про репосты, рассказывая другим, рассказывая друзьям. Все в таком плане. Вот мы прошли такую лампу, интересную игрушку Wolfenstein. Да, фаст там прошли чуть ли не этим, как он. Я забыл. Спидраном, вот. Слово постоянно забываю. Спидранили Wolfenstein. Ну, так, чисто, чтобы пробежать, посмотреть сюжет. Показать вам. Ну а всем спасибо за внимание. Всем, как сказать, добра, здоровья и всего наилучшего, как говорится. Спасибо, что остаетесь с вами. Ну а всем до встречи. Всем удачи. Всем пока-пока.